Почему наличие высшего образования не может гарантировать трудоустройство, а казахстанские вузы в большинстве своем не обучают новым профессиям? Эти и другие вопросы сегодня обсуждали на третьем международном форуме Национальной школы ректоров. В мероприятии приняли участие руководители высших учебных заведений практически со всех регионов страны, а также из Кыргызстана и эксперты ведущих университетов США, Гарварда и Вашингтона. По мнению специалистов, знания и навыки, получаемые в вузах, не отвечают запросам работодателей и не могут конкурировать с площадками по быстрому получению знаний. Казахстанской системе высшего образования нужна полная трансформация. Необходимо менять подходы в методиках преподавания и сокращать продолжительность обучения в бакалавриате, а в учебный процесс добавить больше практики. Университеты Казахстана должны шагать ногу со временем. Мы должны глубже изучать наши проблемы. И цифровые технологии, когда объем информации растет, нужно уметь работать с большими данными, уметь анализировать, принимать правильные решения, вносить свои оперативные в эти программы, образовательные программы. Работодатель сегодня требует кадры, не соответствуют.